За окном начался снег. Звуки танго поползли по паутине паркета. Простые шаги, объятия, вот закрытыми, открытыми. Очень страшно, оказывается, когда кто-то так близко ненавидеть его. И даже если злость подступает к горлу, как рвота, делать простые шаги. Постепенно проваливаясь в тепло, в незнакомое тело, чтобы забыть обо всем на 3,5 минуты.